Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги, и у нас на обзоре новый фаст, который стартовал сегодня, 12 января 2019 года. Называется он Speed Bonus 24. Говорят, что администрация здесь неплохая и дает заработать. По маркетингу предлагают нам три тарифных плана. Первый 120% за 3 дня. Инвестиции на данном тарифном плане от 30 рублей до 1999 рублей. Начисления ежедневные по 40%, и пока что только этот тарифный план открыт. Далее есть еще два закрытых тарифных плана, которые впоследствии также будут открываться. Второй у нас 132% за 3 дня, вклады от 2 до 5 тысяч рублей и начисления каждый день по 44%. И третий тарифный план, который также пока что закрыт, 150% за 3 дня, тут инвестиции от 5001 до 10 тысяч рублей, начисления каждый день по 50%. Выплаты здесь автоматические, то есть происходят без вашего участия и автоматом прилетают к вам на кошелек. Также рефералка прилетает на кошелек автоматом. Кстати, рефералка здесь в размере 7%. Работает проект платежкой Pair. И по статистике на сегодня уже инвестировано 33 тысячи рублей и выплачено 2 тысячи. Так, теперь давайте перейдем в кабинет. Для регистрации вам необходим всего лишь Pair кошелек. Итак, вот мы попали в кабинет. Все, что вам надо, это сделать депозит. Вот вкладка «Мои депозиты». Нажимаем. Можно смотреть мой депозит в размере 200 рублей, который я создал недавно. Чтобы создать депозит, вот тут вводите сумму и нажимаете «Открыть депозит». Далее переходите на платежку Pair и все делаете по стандарту. Тут, кстати, можно прочитать описание по депозитам. Далее есть вкладочка «Ваши рефералы» и «Промо-материалы». Там вы можете взять вашу реферальную ссылку, а также баннера и рекламировать данный проект. Так, насчет баннеров я ошибся, пока что их здесь нет. Но есть еще одна интересная фишка – это добавить видео и видеообзоры. Можно перейти на видеообзоры. Итак, как видим, у нас есть три видеообзора. Давайте вернемся в кабинет и посмотрим, что же такое добавить видео. Нажимаем сюда и смотрим. Хотите иметь активный депозит в проекте? Запишите видеообзор о нашем проекте, разместите на своем YouTube канале и получите активный депозит в размере от 200 до 500 рублей на усмотрение администрации. При добавлении видео на модерации у вас должен быть как минимум один активный депозит от 200 рублей, иначе видео будет отклонено. В общем, тут вводите ссылку на ваш видеообзор и нажимаете «Отправить видео». Подробнее о этой акции можно узнать в группе ВКонтакте данного проекта. На главной страничке есть ссылочка, по которой вы можете туда перейти. Вот тут вот есть кнопочка, просто нажмете и попадете в группу ВК. И вот тут есть вот такой вот пост, что вам надо сделать, чтобы получить от 200 до 500 рублей и какие требования к вашему YouTube каналу. Вот как видите, у вас должно быть минимум 500 подписчиков на канале YouTube. Тогда вы можете рассчитывать на бонус за видеообзор. Вот такой вот интересный новый фаст, ссылочку на который оставляю под видео в описании. Также не забывайте о рисках, инвестируйте всегда только свободными деньгами. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.